В Московской области стартовала экологическая акция «Тут едут яблоки прямо на переработку». Чтобы избежать большого количества органических отходов, излишки урожая яблок в течение 2 месяцев будут собирать на вторичную переработку. Жители СНТ «Ручеек» лишний урожай смогут сдать 18 сентября. Пункт приема откроют возле дома номер 23 на Новорязанском шоссе. В поселке Томилино установили бункер для сбора яблок на территории контейнерной площадки «Мегабак» по адресу улица Гаршина, 9/1. Здесь сдать яблоки можно в любой день. Потом их отправят на корм животным или используют для производства компоста.